Пеликану Аркадию сегодня на обед подают морскую рыбу. Угощение птица поедает с большим аппетитом. Аркаша попал в самарский зоопарк в прошлом году. Для нашей местности пеликан – настоящая диковина. Его нашли в Хворостянском районе. Скорее всего, отбился от стаи. По человеческим меркам Аркаша еще ребенок. Сейчас в большом вольере чувствует себя как дома. Следит за Аркадием заботливый папа, орнитолог Александр Моряшин. Среди его подопечных – представители 44 видов птиц. Причем не только юнцы, но и старожилы. Например, крайне уважаемые. Уважаемая серая цапля. Это старожил нашего зоопарка, она здесь дольше меня работает. Вот, абсолютно ничего не боится, также может брать пищу с руки. Изучать жизнь птиц больше, чем профессия. Это призвание, говорит Александр. Работа с пернатыми требует терпения и творческого подхода. Они не дадут соскучиться и всегда поднимут настроение. Но в целом птицы гораздо, конечно, интереснее, чем те же рептилии, хотя имеют массу сходных вещей. В основном же все млекопитающие и прочие ходят, плавают, а эти, можно сказать, амфибии. В преддверии Дня орнитолога самарский зоопарк провел конкурс рисунков для детей в возрасте от 5 до 16 лет. Самыми активными участниками оказались ребята младшего возраста. Всего на конкурс поступило 775 работ. Самые распространенные виды, которые были изображены, это синички и снегири. Потом уже шли разнообразные виды дятлов, сов, уток. Мы хотели, чтобы ребята что-нибудь почитали, посмотрели, что-то новое для себя открыли. Ну, я надеюсь, это удалось сделать, потому что и в рисунках было много птиц, ну, о которых, наверное, не все знают. Например, золотистая ржанка или теркушка или дрофа степная. Победители конкурса рисунков получат грамоты и билеты на экскурсию в самарский зоопарк. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События.